Расскажите, как вас обманули мошенники? Позвонили мне на номер телефона, представили службу безопасности Сбербанка, назвали мое имя, отчество и сказали, что с моей кредитной карты хотят перевести сумму в другой банк и назвали имя человека. Я сказала, что я таких действий не совершала и не. Они говорят, Надежда Анатольевна, опять не начали вам. Нам нужно вот теперь отменить эту операцию. Я не совершала этих действий, я сейчас зайду в онлайн-банк и заблокирую просто карту. Нет, так не получится. И они вот начали мне монотонно вот это вот с одного телефона на другой переводить. Вот с вами сейчас этот поговорит, другой поговорит. И это, я не знаю, очень долго длилось Потом я еще им задала вопрос, я говорю, карта кредитная, я говорю, даже между своими картами не могу перевести денежные средства с карты, с кредитной на такую. Они говорят, так бывает, это мошенники, и типа того, что это все проходит, нужно отменить. И вот они мне высылали смс номера 900, который вот Сбербанку принадлежит. И там 16 смс этих вот что. И потом я в итоге уже не выдержала, и они вот 4 этих цифры назвала, и мне пришла смс, что у меня снято 200 евро. То есть с вашей карты, да, снято? Да.